царю Алексею Михайловичу, отцу Петра Первого. Петр кораблик обнаружил в селе Измайловце. И, будучи подростком, сплавлялся на этом кораблике по реке Красота, дорогие друзья, уроки навигации. А вот когда Петр закончил Северную войну, победно, и принял титул императора, он вспомнил о своем первом кораблике. Первых кораблики стояли сюда, на берега Невы, где его встречала с почестями целая флотилия русская. И кораблику были отданы почести, назвали дедушкой русского флота. Вначале кораблик стоял под навесом у государева бастиона, а во времена правления Екатерины II по проекту архитектора Листа было построено здание ботного дома. Крыша с пенем помечает структуру навигации. В настоящее время там точная копия кораблика. Хорошо, друзья. Оригинал находится в центральной военной